Я
этом есть смысл. Конечно, турологи не знают событий, кто, где, когда и как. Но они знают проблемы досконально. И знают, ну, по крайней мере, на глобальном уровне и в ряде региональных аспектов, в частности, Америки и России, знают также нормативную подготовку. Мое сообщение краткое будет сводиться к самому дискуссионному, пожалуй, моменту в этом плане нормативный прогноз. Возможно ли решение тех глобальных проблем, которые уже были? Какие у нас проблемы? Одна проблема главная, но она еще не осознана до конца управленцами и не осознана общественным мнением. Эта проблема называется депопуляция. Если раньше каждые два родителя передавали следующему поколению 3-4 новых родителей и шел рост населения, то сейчас в тех странах, которые перешли к городскому образу жизни, двух родителей сменяет один новый родитель каждые 25-30 лет. Для России это означает 140, 70, 35, 17 и так далее до нуля. И на протяжении 21 века конец. Весь остальной мир тоже переходит к городскому образу жизни. И стало быть, 22 век теоретически должен быть концом человечества. Это проблема. Ее осознавали очень долго и не осознали до конца до сих пор. Но в России, по крайней мере, начали осознавать материнский капитал, минимальной семье, стабилизация положения, повышение рождаемости. Но все это не меняет ситуацию. Ситуация изменится только тогда, когда 30% женщин станут профессиональными главами многодетных семейств, будут исключены из общественного производства, точнее, их работа будет приравнена к участию в общественном производстве. До этого мы еще не додумались. Это дискуссионно, это выглядит скандально, но это самое главное, то, что идет на первом плане. Второй план, вторая проблема, я называю ее Третья и Четвертая мировая война. Третья война – это гонка вооружений СССР-США. Мы думали, что она закончилась в 1991 году, но согласно законам геополитики, не может победитель дать побежденному стать на мир. Поэтому мы видим то, что мы видим. Югославию, продвижение НАТО на восток, Грузию, Украину, нажим на Белоруссию сейчас и растущий нажим на Россию с целью расколоть ее. Это продолжение войны. И здесь мы с Америкой враги. Но параллельно этой войне и в те же самые десятилетия идет четвертая мировая война. Война третьего мира, 5 миллиардов человек против золотого миллиарда. На переднем крае этой войны Мацухеда, а сзади миллиард безработных, которым некуда деваться. И нажим этого миллиарда ведет к безусловным столкновениям. Оружие массового уничтожения расползается во все стороны очень быстро. И мы имеем утверждение, ну, по крайней мере, иранского правительства, о том, что оно не допустит существования на земле Израиля. Ну, сейчас у него слабые силы, но из года на год все больше и больше будет шансов на применение оружия массового уничтожения. И тогда Четвертая мировая война, она, по сути, идет сейчас на всем Среднем Востоке. Она, безусловно, примет колоссальное решение. И, наконец, третья и последняя в этом отношении проблема. Вообще-то проблем много, их, наверное, десятки. Я вычислил 24 только главнейшие. Но третья проблема – это переход человечества в качественное новое состояние через 5, 10, 15 лет. Что такое переход в качественное новое состояние?
который присоединен к интернету. Достаточно добавить сюда монитор портативный, с ним еще никак ничего не получается, но у нас есть гарантия, что через 5-10, максимум 15 лет получится. И вы получаете новое общество, где виртуальное пространство совместимо с реальным. То есть вам не надо никуда ездить за информацией. Вам надо обязательно ездить, чтобы общаться, иначе вы одичаете. Но за информацией ни на работу, ни на учебу, ни на встречу ездить не придется. И это поменяет. Это будет переход сильнее, чем переход от обезьяны к человеку. Все поменяется. Главное, что поменяется, это откроется широкий простор международного терроризма. Это будет уже пятое оружие массового уничтожения. И тогда встанет на повестку дня ситуация, при которой арестовывать надо будет не преступника, надо будет изолировать от общества индивидов, способных совершить преступление. Как это сделать, мы еще не знаем. Наоборот, мы стремимся преступникам создать, возможно, более комфортные условия для их якобы преступления. Вот эти три проблемы, они имеют свое решение. Проблема депопуляции. Это стало бы признание женщин главой многодетной семьи, таким же работником, как и все остальные. Причем на уровне чиновника и депутата, с таким высоким социальным статусом, которому позавидовал бы любой деятель науки и культуры. Это первое. Второе, это, безусловно, разоружение всеобщее и какие-то концепции международной координации усилий, так чтобы не оставить место терроризму. И, наконец, то, что называется гуманизация, киборгизация. Вот то превращение человека в симбиоз с компьютером, оно не должно лишить человека человеческих черт. Это проблема. Я думаю, что она станет проблемой номер один, но только тогда, когда будут решены проблемы номер два. Таким образом, мы имеем диапазон глобальных, региональных и локальных проблем, и мы имеем диапазон решений этих проблем, оптимальных решений. К сожалению, до сих пор у нас было так во всем мире, что футурологи занимались исследованием будущего, а управленцы, они по-прежнему предсказывали и интуитивно принимали решения. Так, во всем мире, очень редко в полном объеме применяются технологии прогнозирования. Так вот, наш сегодняшний форум, как раз, на мой взгляд, будет одним из этапов перехода от разделения управления и предвидения к его интеграции. С тем, чтобы управленец и футуролог вместе начинали готовить решения, вместе принимали решения и вместе следили, прослеживали последствия.